Привет всем! Вы на канале Леонардо the American Boy. И мы пришли в парк, классный парк, Paradise Beach, где Лео сейчас будет учиться работать на экскаваторе. Excavator. He's gonna learn how to dig big holes. Будешь копать. Хорошо? Давайте я буду учить. Итак, для начала... Не, правильно, Лео, ты сидел, правильно, очень хорошо сделал. Потом берешь, я буду ждать, помогать тебе. Видишь ковшик? Ковшик. Тогда насыпать этот песок. Давай. Берем, загребаем. Вот этот, бери ручку, вот эту. Вот так делаем. А эту ручку бери вот так. И потом едем сюда. А теперь поднимаем и высыпаем. Потом снова берем. Отворачиваемся вот сюда. И высыпаем. Смотри, как ты классно копаешь. Экскаватор. Дорогие дети, учитесь работать на настоящих профессиях в детской форме. Ну, вот это, я не знаю, как назвать эту профессию. This is just fun. Дракончик. Dinosaur. Лео! Похоже, Лео нравится больше детство, чем настоящие профессии. А мне... Анечка, как тебе нравится этот экскаватор? Очень прикольно. Засними, как профессионал работает. Это я. А пока Лео будет играться, а я буду наслаждаться детством, которого у меня не было. Честно, у вас таких не было. Мама, было у вас? В 60-х годах такого не было. У меня тоже такого не было. Окей, берете рычагом. Ножка аккуратно. Смотри, Лео, берем, копаем. Джум. Насыпаем здесь большую гору. Берем еще песок. Берем еще песок. Давай, помогай папе, давай. Сюда, сюда. Высыпаем. Поднимаем и этот рычаг. Опа! Берем еще песка. Все, поработали. Вот наш домик. Поставим башню сверху. Вот так. Все. А теперь со всеми давай попрощаемся. Иди сюда. Возле экскаватора. Друзья дорогие, садись. Аккуратно. Dear ladies and gentlemen, thank you very much. Спасибо, что вы смотрим. Экскаватор. По-английски будет, наверное, excavator. Да? Экскаватор. Есть эскалатор, а есть экскаватор. Все, со всеми прощаемся. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, subscribe to our channel and ставьте лайк.